Привет! Сегодня с вами Катерина Супрун, и в этом видео я познакомлю вас с мега-шейкером от фабрики Декору. На сайте представлены 58 дизайнов на планшетках размером 20 на 20 сантиметров. Кроме этого, их можно заказать в белом, золотом, серебряном и крафтовом цвете. Шейкер состоит из слоя картона, 3-миллиметрового слоя ДВП и прозрачного пластика. Размер самого большого шейкера на планшетке 17 на 14 сантиметров. Хочу украсить обложку альбома с помощью мега-шейкера. Процесс очень простой и увлекательный. Покажу его вам в 4 этапах. Первый шаг. Клеим слой из ДВП на обложку с помощью универсального клея. Я добавила еще слой скраб-бумаги, который вырезала по контуру, для того, чтобы содержимое шейкера больше выделялось и шуршало. Примеряю шейкер на обложке, делаю одинаковые отступы, а чтобы не ошибиться после нанесения клея, клею вспомогательные метки малярным скотчем. Второй этап. Засыпаем пайетки и бисер во все отсеки шейкера. Чем больше, тем лучше. Да и глубина в 3 мм располагает добавить побольше красоты. Для заполнения использую пайетки от фабрики Декора белого, золотого, зеленого и розового цвета, а также бисер и бульонки. Третий этап. Аккуратно наносим клей на бортики слоя ДВП и прикрываем шейкер пластиком. Главное делать это без излишек и быстро. Если клей все-таки выступил по краям, то аккуратно убираем его салфеткой. На четвертом этапе наносим клей на обратную сторону зеркального картона. Проследите, чтобы между слоями не было смещений и они плотно прилегали друг к другу. Дайте клею 5 минут, чтобы окончательно высохнуть, а после этого уже можно наслаждаться результатом. Если вам понравился этот простой мастер-класс, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Фабрики Декору.